Социальные выплаты увеличат уже с начала нового года. Правда, коснется это лишь некоторых категорий граждан, рассказала в пресс-центре «Интерфакс Сибирь» начальник управления организации выплат Министерства труда и социального развития Татьяна Мальцева. Увеличиваются в 2023 году единовременные выплаты, которые прежде, до этого года, ранее не индексировались. Это такие выплаты, как дополнительное пособие молодой семье. Это выплата на первое, при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс, при поступлении в ВУЗ и вот такие вот подобные выплаты. Кроме того, с января увеличится минимальный размер оплаты труда, от которого зависят все социальные пособия. Благодаря этому все выплаты автоматически станут выше на 6,3%. Еще одно нововведение – единое пособие для будущих мам и семей с детьми в возрасте до 17 лет. Оно объединит 5 действующих сегодня мер поддержки. Все семьи, в которых дети появятся, начиная с января 2023 года, могут подавать заявление только на единое пособие, которое устанавливается на год. Заявление на получение единого пособия можно подавать с конца декабря на сайте госуслуги. После праздничных дней граждане смогут подать документы через МФЦ. Выплата предназначена для поддержки семей с невысоким доходом и будет устанавливаться на основе комплексной оценки нуждаемости. То есть среднедушевой доход семьи не должен превышать в нашем регионе 14 728 рублей на каждого члена семьи, а имущество должно соответствовать установленным требованиям. Если в семье одна квартира, не более одной квартиры, то право есть. Если в семье не более одного дома, то право есть. Если в семье, допустим, одна машина, то право есть. И вот такие вот условия прописаны. И там обязательно еще действие нулевого дохода. Если мама с папой не работают, конечно, при исключительных случаях, когда, допустим, у них какие-то есть определенные обстоятельства, которые прописаны в законе, то в этом случае также семья может обратиться и оформить выплату. Как пояснили в Пенсионном фонде, оценка дохода будет проводиться за период 12 месяцев, предшествующих первому месяцу перед месяцем подачи заявления. При этом доходы мобилизованных не будут учитываться при расчете. Если выплата уже была назначена, то до окончания срока ее получения семьи будут получать ее в органах соцзащиты. А вот за новыми назначениями нужно будет уже обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования.